Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Kia Soul. Мобиль приехал к нам, сделали шумоизоляцию пола с багажником. Разобрали, предварительно подготовили поверхность, все обезжирили. Приступили клеить. Нанесли ему вибропласт. Показываем проклеен пол в багажнике, проклеены задние арки. Максимально обрабатываем поверхность, тщательно прокатываем валиком. Также проклеим по салоне. Приступаем клеить шумопоглотитель. Друзья, закончили клеить пол с багажником на Kia Soul. Проклеено с шумопоглотителем пол в багажнике. Используем Vision 6 мм. И также мембранную шумоизоляцию мы наносим на задние арки и пол в салоне. Собираем, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!